доработанный законопроект о надежности клиентов вынесли на обсуждение депутаты Госдумы. Группу авторов возглавил Анатолий Аксаков, руководитель комитета по финансовому рынку. Изменения коснулись организации работы площадки «Зная своего клиента» на базе регулятора, которая дает возможность кредитным организациям получать информацию о степени риска, присвоенной клиенту. Подробнее о новости читайте на нашем сайте.